Одинцовские единороссы приняли участие в круглом столе по теме «Активный туризм в серебряном возрасте». Его организовали общественное движение «Серебряные волонтеры», клуб «Активное долголетие», сторонники «Единой России» и администрация муниципалитета. Многие добровольцы хотели бы попробовать себя в качестве гидов на популярных маршрутах округа. Депутаты обещали поддержать проект и договорились о дальнейшем сотрудничестве.